Здравствуйте, с вами Fashion TV и я Вероника Кравчук. Сегодня мы находимся в ресторане «Палантин», где пройдет презентация новой коллекции бренда «Элеганса» сезона «Весна-лето 2017» под названием «Эволюция цвета». На презентации гостей ждет увлекательная шоу-программа, в ходе которой раскроются все яркие краски новой коллекции. Скажите, пожалуйста, о новой коллекции и какие цвета будут в ней сегодня преобладать? La nuova collezione abbiamo lavorato molto sul colore e sulle stampe, sugli effetti stampati, su stampelle stampate in digitale, floreale e l'otto stampa in mixed collection. Nel nuovo trend, soprattutto sugli accessori delle borse, sta cambiando molto. Vanno molto le borse piccole portate a tracolla, borse molto piccole con la pattina. Questo è un nuovo trend, le borse a mano stanno un po' calando e noi abbiamo lavorato molto sui colori di queste borse e sui mix dei materiali. Есть какая-то любимая модель сумок? Вы предпочитаете больше большие или дамские, которые через плечо? Вы знаете, в разных случаях по-разному. Очень актуальны сумочки вот такие вот, как почтальон через плечо, вот такого маленького размера. А мне нравятся сумки среднего размера, которые будут комфортны в течение всего дня, так как не всегда есть возможность взять маленькую или большую, поэтому это очень выгодный момент. Я люблю большие, потому что часто в дорогах, как любой артист нормальный, чтобы там все вмещалось, чтобы было удобно, чтобы было стильно, красиво. Но люблю также маленькие сумки, начиная от клатча, заканчивая чуть больше, для того, чтобы появиться на красивом мероприятии, чтобы это было под твой наряд. Уже успели посмотреть новую коллекцию? Я даже с ней приехала. Я так полагаю, вы очень любите рюкзаки. А сумки какие любите? Большие, маленькие? Честно говоря, разные. Я люблю сумки, и рюкзаки, и кроссбоди, и какие-то баулы, и чемоданы. В общем, мне кажется, что все зависит от ситуации. Как ваше настроение? Прекрасно, замечательно. Уже есть чем встречать весну и уверенно себя чувствовать летом. Отличная коллекция, прекрасная. Принты чудесные, шелковые. Как вам новая коллекция? Она радует своей цветовой гаммой, своей свежестью и какой-то такой женской утонченностью. Честно, я без ума. Я вообще люблю все яркое. Можно просто одеться более-менее спокойно, да, оттенках, а взять такой яркий аксессуар, и ты неотразима. Сначала я выбрала желтый себе рюкзачок, потому что я в основном с рюкзаками хожу. Потом я увидела у Авроры белый, подумала, белый круче. Мне очень нравится вот этот орнамент с райскими птицами. Какие самые любимые цвета у вас? В зависимости от настроения, от времени года. Если грустно, я предпочитаю яркое что-то, чтобы такое устроить себе цветотерапию. Если хорошо, что-то нежное, бежевое, пастельное, голубое. Нет такого цвета, которого бы не было у меня. Но все равно женщине всегда мало, правда же? Всегда хочется чего-то интересного, поэтому я за новое, интересное и красивое. Мне нравится, что эта коллекция называется «Эволюция цвета». И действительно, в моей жизни, последние, наверное, года два цвета не хватало. Но сейчас я понимаю, что нужно добавить ярких пятен в своем аксессуарном ряду. И выбрала себе для себя уже какие-то яркие весенние, летние цвета.
говорят, что красота в деталях. Правильно подобранные аксессуары способны дополнить даже самый незамысловатый образ. А с вами была Вероника Кравчук. I love Fashion TV. 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 Come on, number one.